Огромная благодарность за это издание, потому что постоянное знакомство с этой песней благодаря этому тексту. И знаете, здесь многие слова, они с большой буквы. Мир, земля, зима, красота. И такое вот чувство, что эта весть, она не нисходит на землю, а она раскрывается где-то в высоте, в космических этих просторах, и она туда зовет сердце, зовет туда подтянуться, ну вот, как, потому что вот эти все категории, волшебство этой зимы, то, что она творит, да, посылая в дар земле, это вот такое чувство, что это вот эти образы, они там живут, они одухотворены, они высоки, и благодаря этой песне «Весть» мне предоставляется возможность туда вот прикоснуться к этим высотам. И знаете, здесь и описывается, как и жизнь всего этого, ну вот высокого, да, что как вступает новый век, он призывает воплощать стремления. И, как бы, знаете, такой посыл в будущее, что мы научимся как звезды. И огромное желание, вот благодаря встрече с этими образами, еще больше постигать этот текст, потому что такое ощущение, что заложено очень масштабное, очень большое, высокое. И как, знаете, хочется для себя сказать, да, надо его изучать, чтобы к этому прийти. А это такое чувство, что это очень необходимо и важно сейчас. Спасибо большое.